Ребят, всем привет, это очередной выпуск проекта «Тачка за миллион». Напомню, в этом проекте я коплю на тачку за миллион рублей без денег на перепродаже автомобилей. Кто не смотрел предыдущие ролики, советую вам обязательно посмотреть, так как проект действительно интересный. Ну а в прошлом выпуске, насколько вы помните, у меня был Volkswagen Polo 2013 года, я его продал за 195 тысяч рублей и купил вот эту BMW за 90 тысяч рублей, BMW 99 года, пятерка, в кузове E39, на автомате 2,5 литра. Многие из вас писали в комментариях, советовали ничего не делать с ним глобального, да, с этим автомобилем, то есть не красить, не обтягивать пленку, а так по дешману вложить и скинуть в этом состоянии, можно сказать, да, по мелочи чуть-чуть вкинуть. В общем, сегодня, в принципе, я этим и хочу заняться, решил я не зацикливаться на этом автомобиле. Надо будет поискать на разборках правую пассажирскую ручку внутреннюю, так как она там вообще отсутствует, перетянуть руль, так как руль прям в хлам, ну и по кузову, я думаю, купить пару или три там баллона краски белых, возможно, покрасить передний бампер, так как он не в цвет, ну и убрать рыжики, и в принципе можно продавать. В бюджете сейчас осталось 105 тысяч рублей, так как помните, да, бюджет был 195 минус 90, соответственно, остается 105, в принципе, можно поискать еще какое-нибудь параллельное ведро. В общем, занимаюсь подготовкой BMW и пробую продавать. Надеюсь, что в этом выпуске мне удастся продать этот автомобиль и купить что-то более интересное. Так что желаю вам приятного просмотра. Так, договорился с человеком, сейчас он подъедет, перешьет мне руль. Так как помните, здесь состояние руля не очень, да, у нас. То есть здесь перемотано изолентой, ну, смотрится не особо красиво. Ну что, наступил следующий день, вчера вечером перетянули руль, вот так вот получилось, то есть 700 рублей мне все это дело обошлось, а работа плюс сама вот эта оплетка. Приехал человек и все прям в машине там буквально за 20 минут перешил. Помните, да, какое состояние было руля, то есть здесь уже прям был виден пластик, кожи никакой практически не было, сейчас вот так вот все это достойно выглядит. Ну и как помните, ручка здесь отломана. Сейчас полазил по разборкам, нашел ручку, 700 рублей она стоит, ехать в принципе недалеко, в общем еду на разборку, забираю эту ручку и еду в магазин. Покупаю, наверное, баллона 3 краски и буду убирать рыжики, там, я не знаю, возможно попробую покрасить передний бампер, но прежде чем красить, заеду на мойку самообслуживания, так как машина очень грязная. Приехал я на мойку, съездил, кстати, в магазин. Купил пару баллонов краски, Мовиль, так, итого мне обошлось 500 рублей, две рамки 190 рублей, ну 200, да, и ручку, как я говорил, уже за 700 рублей, итого 1400. Ну что, бампер обезжирили, все как полагается, укрыли, можно в принципе начинать красить.
приветствую. Вы, да, Маша? Что так вообще давно водишь или? Слушай, я занимаюсь машиной. Ну что, ребят, прошло пару дней, выставил я BMW на продажу, выложил я ее за 150 тысяч рублей изначально. Были звонки, звонков было немало, приезжал, наверное, человек 4 смотрели, из них двое перекупов, ну, в общем, в цене что-то мы там не сошлись. Вчера буквально понизил объявление до 135 тысяч рублей, и вчера вечером вот позвонил мне человек с набережных Челнов. Вроде как говорит, его все по описанию, да, что я ему рассказал, все его устраивает. В принципе, готов приехать и вроде как забрать автомобиль. Вот вчера он выехал, сегодня уже он приехал, да, и сейчас вот еду с ним встречаться. Не знаю, заберет, не заберет. Салон у меня родной тоже, да? Наконец-то хоть. Кожа износилась. Адекватный человек приехал смотреть машину, я уже так устал. Просто, да, я верю. На эти глупые звонки отвечать просто. Это бред, я спрашиваю. Прям вообще сил даже не разговаривать, если честно. Я уже по настрою понял, когда позвонил еще, говорю, издалека. Да, мне прям они задолбали, если честно. Да, я верю. Блять, крашеная, блять, машина не конца 90-х годов, как она может быть крашеная? Сейчас забираю все, чтобы до города поехал. Так все устраивает. Да, как в принципе все устраивает. Стоящий. Такое тоже бывает, да? Да, всякое бывает. Все, ладно, спасибо. Ну что, наступил следующий день. Наконец-то продал я вчера вечером BMW. Теперь можно посчитать вообще, сколько я в нее вложил, сколько удалось с нее заработать. До покупки BMW, насколько вы помните, бюджет составлял 195 тысяч рублей. Соответственно, купил BMW за 90. Вложил, значит, я в нее перетягивал руль 700 рублей. 700 рублей ручка, 500 рублей это краска, 200 рублей рамки. 200 рублей отдал за мойку самообслуживания. Это непосредственно перед покраской. Также пришлось после покраски заехать на мойку, на обычную, это 400 рублей, ну и объявление выкладывал 800 рублей. В общей сложности у меня получилось 3,5 тысячи рублей. Соответственно, эта тачка мне обошлась 93 500. 130 тысяч рублей минус 93 500, получается 36 500. Это та сумма, которую мне удалось заработать с этого автомобиля. Соответственно, бюджет был 195 тысяч рублей. Взял деньги с бюджета, крутанул, заработал 36 500. Плюсуем к 195 и получается 231 тысяча 500 рублей. Это вот на данный момент бюджет со всех проданных автомобилей для проекта. В принципе, бюджет неплохой, да, если постараться, можно даже купить не одну, не две, а даже три автомобиля. В общем, сейчас отправляюсь на поиски очередной брички для проекта. Думаю, что найду что-то интересное, вообще буду рассматривать любые варианты. Нашел вот такой интересный автомобиль, это Audi A6 98 года. 2.4 на автомате. Так, цена у нас была 200 тысяч рублей. Вот сейчас продавец буквально недавно снизил цену до 150 тысяч рублей. Вообще,
за этот автомобиль, я думаю, цена достаточно интересная. Так, смотрим по фотографиям. Но автомобиль грязный, не особо тут что видно, да, по кузову. По салону фоток нет. Так, смотрим, значит, по описанию. Срочно продается Audi A6 на бодром ходу. И есть проблемы по кузову. Менялись задние стойки, передние тоже. Так. Прокладки двигателя, клапанная крышка. Кому интересно, звоните, все расскажу. Бесторга. Ну, Бесторга, конечно, это навряд ли. Так, сейчас мы свяжемся с хозяином и все подробно уже уточним про автомобиль. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу автомобиля. Да. Продается, да, еще? Что? Продается еще, да? Продается? Расскажите там что по более подробно. Постоянно. Смотрите. В общем, двигатель нормальный, масло меняется каждые 6-8 тысяч. Коробку вот менял масло где-то с литром вместе. 30-40 назад не пинается. Единственное, что в движке, короче, это форсунки надо поменять. Там то ли переливает, то ли не доливает. Короче, блядь, на холодную хуёво доводится. Но у нее часто бывает такая проблема? Нет, там, когда в мороз, там, минус 10. Так вот. Когда теплое время суток, она спокойно заводится вообще. Я не знаю, с чем это связано, конечно. Может, это не форсунки, а что-нибудь другое. А резина что, зимняя, летняя? Как? Зимолета. Липучка я стою. А, липучка без шипов, да? Да. Ага. Так, а машина-то в области, да, находится? А что? Машина в области находится? Да, в области. Я понял. А что по цене-то будет за нее? Если реально... А? Если реально вот приехать и забрать, что по цене-то будет? Блин. Ну да, смотри, я вам скину ее. 130? Да, но там плюс-минус. Ну там непонятно, там же непонятно, что с мотором-то. Что? Там же непонятно, что с мотором-то. Ну если форсунки делать, то это цена вопроса 5000. А она до нижнего доедет вообще? До нижнего доедет. Ну, под ремонт я могу забрать там за 100 тысяч рублей. Перезвоню, если что. Да, если что, подумай, я сегодня готов приехать забрать. Ну что, ребят, позвонил мне человек этот по Audi, согласился на 100 тысяч рублей. Вот сейчас выехали в область, проехали буквально километров, наверное, 50, заехали на заправку. Сейчас попьем кофе и дальше поедем. Осталось где-то, наверное, километров 140-130. В общем, как приедем, все вам подробно покажу. Здрасте. Приветствую. Миш. Кирилл. Привет. Так, а мы под фонарь не сможем проехать? Что-то ни хрена не видно ничего. Да, я это провести. Что-то заводится? А? Аккумулятор на зарядке. А, на зарядке еще? Сейчас мы вытащим. Она вся рыжая будет потом. Здесь тоже самые косички-то какие хорошие.
там масло-то есть? Подожди, не заводи. Давай посмотрим, где у тебя щуп. Щуп вон. Спасибо, пожалуйста. Сюда. Блин. Сейчас, секунду. Нету, да? Она стоит целый день. Хуй нас, почему не сейчас? Что, за маслом пошел? Я не знаю. Наверное. Так а что она, значит, нормально ест масло? Если тут двигателя нет его. Бля, я еще не мерил, я вот поменял 30-40 км назад. А у тебя же написано там 1 литр на 9 тысяч, там на 8. Но это было до этого. Я вот 30-40 км назад менял масляные колпачки, прокладки. После этого что, еще хлещ, что ли, жрать начал? Я еще не знаю, что там. Нормально. Я, наверное, перевело, когда ты крутил его. На сетку аккумулятор. Лучше предохранитель, да. Насос. А что это за система такая? Ну, он ее крутил, когда аккумулятор был. Ага. Был мертвый. Делать его нехуй было. Перевело, наверное, так же тогда. Ты что, сейчас один из насосов отключился? Ну, привыкайте. Заводи. Не хочет продаваться. Не хочет. А у тебя бензин-то есть вообще? Нет. Только бензонасос отключен. Ну, вот это привело. Как? Послушай, привело там все. Нет, ты не понял вопрос. Имеется в виду, машина зарядку дает или нет? Говорю же, нет. А, не дает заряд? Нет. Почему? А как ты это определил? У меня вольтометр стоит, или вольтажник, как он называется? То есть ты когда завел ее и промерил, да? Ну, то есть у меня там бортметка там стоит. А, внутри прям, ты говоришь, машина? Да, в машине. То есть ты не знаешь, почему нет зарядки, да? Почему нет зарядки? Ну, предположительно, что генератор. А давно это случилось? Дня два где-то. Это не гасит, вообще фонарик. Выключил, блядь. Да что, ты вставляет? Подожди, сейчас он все меня. Он перелил ее. Могу показать. Всегда на 12, да? Должен быть на 14. А сейчас опустился на 12. А когда газуешь, не поднимается, да? Блять, если больше 5-4 даешь, ну, возможно, он просто положенную зарядку не дает, какую надо. Может, он просто загрязнен, там щеточки надо почистить. Или таблетка села. Что это такое таблетка? Ну, регулятор напряжения генератора, который не дает выше и ниже. Напряжение. То есть ты вот всегда так мучился, да, заводил ее, постоянно холодный. Блять, последний. Ну, короче, смотри, подумали мы. Во-первых, ехать на ней по-любому же не вариант, правильно? Это надо эвакуатор 100% вызывать. Если готов скинуть на одно, на эвакуатор, то я могу ее прямо на эвакуаторе сегодня забрать. Если нет, то мы туда поедем. Нет. То есть... будет мало. А? Не будет мало. Я понял. Ну, что тогда попробуй продать. Потому что нам, ну, смысла нет тоже как бы. Нам если даже вызывать эвакуатор, это его тоже ждать нам часа два, как минимум, чтобы он приехал. Так, если скинул бы, я бы забрал за ремонт. Потому что так же делать надо разбираться. Ну да, как бы, ты же сам понимаешь, и с зарядкой надо разбираться, и с твоим, то, что там плохо заводится, и хочешь, сделай, ну, я, может, приеду, если что, заберу, если сам сделаешь.
Ну что, наступил следующий день, как вы уже понимаете, вчера вечером не купил я Audi, не договорились мы с хозяином в цене, он был готов уже отдать ее за 95 тысяч рублей, просил я за нее 85, но что-то я так подумал, эвакуатор 8-10 тысяч, плюс 2 тысячи потратили на заправку, чтобы проехать 200 километров, в итоге не договорились, короче, и пришли к такому мнению, что сегодня с утра он разбирает морду, снимает генератор, делает зарядку, чтобы можно было угнать автомобиль своим ходом, а не гнать эвакуатор. Соответственно, не платить лишние деньги. В итоге он мне позвонил, говорит, что пол морды разобрал, половину что-то не могу снять. Короче, не буду ничего делать, говорит, забирай в таком состоянии за 85 тысяч рублей. Сейчас еду домой, созваниваюсь с ним, ищу параллельный эвакуатор, ищу человека, с кем можно туда опять уехать, либо, не знаю, может, с эвакуаторщиком поеду. Попытаюсь еще немного с ним поторговаться, чтобы забрать автомобиль за 80 тысяч рублей, ну и лечу туда. Да, да. Алло, Кирилл, ну что, ты собрал машину? Я уже дома собрал. Собрано? Да, я вкатил с ними. Вот смотри, у нас какая ситуация получается по твоему автомобилю. У меня вообще нет возможности приехать, ну, не с кем пока приехать. А если эвакуатор к тебе вызывать, он поедет с Владимирской области. Вот смотри, у меня какое предложение. Я на ней как бы не катался, да, не знаю вообще, что там по ходовой, ничего. Я тебе предлагаю 80 тысяч рублей, отправляю к тебе эвакуатор, скидываю тебе деньги на карту, соответственно, вы грузите машину на эвакуатор, и она приезжает сюда, в Нижний Новгород. То есть... Не, за 80 не. Не получится. Потому что тут ходовка нормальная, коробка не пинается. Я могу тебе видео заснять, как она едет. Не, блин, извини, за 80 я уже не дал. То есть 85 это крайний, да, у тебя цена? Да, прям край-край. Ну давай тогда видео мне сейчас запиши, пожалуйста, я тогда отправляю эвакуатор, чтобы, ну... Да, давай. Чтобы лишний раз не ездить. Время 6 часов вечера, отправил я эвакуатор, ехать ему в одну сторону где-то часа 3,5-4. Это находится в Нижегородской области. Конечно, по идее, лучше поехать вместе с эвакуаторщиком, да, либо, блин, съездить там отдельно, по уму прокатиться на автомобиле, ну, так как никак у нас не получается. Во-первых, это надо кого-то сейчас искать, да, заправлять, это лишние траты. Во-вторых, в принципе, тачку я видел, заводили ее, ну, единственное, что не катались. Ну, как он говорит, 100% с коробкой там никаких проблем нет. В общем, эвакуатор поедет с Владимирской области, то есть крюк он не будет делать, чтобы заехать именно за мной и забрать меня, то есть это очень много времени потеряется, а переносить все это дело на завтра, там у хозяина завтра не получается. В общем, принято решение поехать сегодня, надеюсь, что автомобиль приедет в целости и сохранности, ну, а с вас лайк за такой контент. Так что ждем тачку. Закидываю себе на карту 85 тысяч рублей, чтобы перевести человеку за Audi. Ну что, ребят, время час ночи. Только что подъехал эвакуатор. Привезли Audi. Сейчас будем выгружать. Привет, Денис. Здорово. Как доехал? Да нормально. Снег только валит. Ну что, ребят, выгрузили тачку мы с эвакуатора. Завтра уже днем буду разбираться. Напомню, тут нет зарядки, еще кое-какие есть проблемы. Плохо заводится на холодную. Завтра уже эти все вопросы будем решать. Сегодня я ее трогать не буду. Там аккумулятор посажен. Пробовали сейчас заводить, она не заводится. В общем, сейчас поставлю аккумулятор на зарядку. Соответственно, завтра приеду и уже все будем пробовать, пытаться что-то делать с зарядкой, там решать эти вопросы. Ну, на этом, думаю, видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписан, не забывайте про Инстаграм, про Контакт. Всем удачи и пока!